я вот тут тоже снимаю это все, я оплачиваю, не принимается. Но у меня здесь нету значков, видите, значков нет, он не примет у вас. Везде пишется ВТБ, МИР, нету здесь валидаторов ну, таких. Ну а что мне, я откуда знаю? Ну я же не отказываюсь, ну не принимаю, что мне делать? Слушайте, вот этими фразами, вы знаете, вы только не здесь почему будете оперировать, здесь? Ладно, незнание ответственности. Вы не правы, сейчас то же самое, так же. В общем, вы меня будете лечить, учить, как мне жить, допустим, я да? Я с вами не разговариваю. А я человека поддерживал, он оплачивал, но аппарат не принимает. Все, проблема. Да. Не пытался оплатить. Я пытался, но не принимает. Пытался. Секундочку, а если аппарат не принимает, это уже не его работа. Он его не принимают здесь. Почему я должен покинуть транспортное средство? Ну, выйдите, и все в крайнем случае. Я сейчас проезд, выйду, проезд платный. Ну, я выйду, и все. А почему это не ну, сделали? Ну, а что две остановки поехал, и что? Я откуда нет, знаю? А почему это раньше не сделали? Так я откуда знаю, почему? Почему вы не знаете? Вы же видите, у вас оплата не проходит. Сейчас по каким-то причинам карта не работает, я должен ходить пешком. Так получается? Ну, я же оплачиваю. Вашего понимания. Вы сейчас социалки заблокировали. Карта чья? Не важно. Допустим, социалка. Я вот приходил, социалка не работает. Социалка это именной, правильно? Я еще раз говорю, она не работала. И значит, я должен был выйти из автобуса? У вас социальная карта без я сейчас выйду. Да. По рассылке я поехал. Оплата при входе. Берите руки. Оплата при входе. Не принимает. Вот, вы меня трогаете. Я вас не трогаю. Отойдите от меня. Отойдите от меня. Ты как разговариваешь, к чему говоришь тут, понимаешь? Пойдем, я к чему, пойдем, что ли? Пойдем. Чему? Она меня к чему говорит? Вот все записано. Все, все, сейчас наряд вызовем. Ну, уберите руку от меня. Уберите руку от меня. Пойдем. Иди сюда, блин. Пойдем, они. Пошли, пошли. Вообще они, блин, офигевшие. Ой, такие. Слушай, если бы не... Пойдем.